Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Здравствуйте, это программа «Добрый вечер, Гомель». И мы приветствуем всех, кто смотрит телеканал «Беларусь-4». В студии Александр Гамоля. И Светлана Князева. Не так давно завершился заключительный этап ежегодного областного традиционного конкурса «Лучшая семья Гомельщины». Победителем соревнования стала молодая семья «Телеман» из областного центра. И сегодня глава семейства Александр, его жена Анастасия и их маленькая дочурка Александра в гостях у передачи «Добрый вечер, Гомель». Добрый вечер, дорогие гости. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и первонаперво разрешите вас поздравить с этой победой, пожелать вам успехов и в дальнейшем творческих. Расскажите, какие были впечатления, эмоции от победы в этом замечательном конкурсе? Ну, во-первых, спасибо за поздравление. Да эмоции, какие могут быть эмоции? Самое, что есть, наверное, чистые, правильные. Улыбались, радовались. Ну, наверное, были уверены. Ну, во всяком случае, я был уверен. Она не знает. Откуда у вас взяла такая уверенность? Я знаю, что люди вы творческие. Приоткройте секрет. Да, творческие, совершенно творческие. Я мало того, что работаю на обычной работе, я еще работаю ведущим праздников корпоративов, соответственно, КВНщик. Человек праздник. Давно, да. То есть очень много профессий, соответственно, и творчества очень много. Анастасия, у вас какие впечатления от конкурса? Самое лучшее впечатление, мы себя чувствовали на сцене как рыба в воде, вот, поэтому все прошло как по маслу. Вот, все удалось из того, что вы задумывали на репетициях? Не совсем, потому что у нас маленькая доченька, и, конечно, это человек настроения. Вот, и поэтому то, что мы немножко планировали, она сделала немножко не так, но все это как-то сгладилось, потому что она маленькая, потому что детки всегда умиляют. Да, и это все так получилось, очень мило. Ну что, сплоченность, творческие способности и лучшее выступление. Именно эти критерии стали основными при определении лучшей молодой семьи в Гомельской области. У нас есть сюжет о том, как проходил финал этого конкурса в Светлогорске. Чтобы попасть на заключительный этап областного конкурса, претендентам необходимо было победить в своих районах, а потом выиграть еще и виртуальные соревнования, отправив в оргкомитет видеоролик-презентацию семьи. Дойти до финала сумели 9 семей. Не то чтобы другие были слабее, но на этот раз им просто не повезло. Конкурс несколько этапов проходит. Первый – это районный этап, районные конкурсы, где участвуют много семей. Там очень серьезная конкуренция. Вот для примера, даже в Светлогорске в районном этапе участвовало 5 семей. И так практически везде, во всех районах. Очень серьезная подготовка. Самая обычная среднестатистическая семья, проживающая в самом обычном доме с самым обычным евроремонтом. О себе участники конкурса рассказывают с юмором. При этом все подчеркивают – очень хочется победить. Семья гомельчан Ермаченко – это отец Сергей, жена Дина, двухлетний Влад и шестилетняя Кира, которая в будущем мечтает стать известной моделью и прославить свою родину. Говорят, что усердно готовились и репетировали буквально до последнего момента. Тебе тяжело? Нет, мне никогда не тяжело. Она любит у нас выступать, постоянно выступает в каких-то конкурсах, поэтому ей за радость. А с семьей выступать еще вдвойне какое-то удовольствие. Я обожаю выступать. Сообразительность и творческие способности, оригинальность выступлений и художественное оформление сцены. Лучшую молодую семью Гомельской области определяли сразу по нескольким критериям. И в принципе каждую можно было назвать лучшей, потому что они вместе. И как призналась Людмила Рубисова из Рогачева, приехавшая поддержать дочь, зятя и трехлетнего внука, выступлением она осталась довольна. Хотя наград и не получили, но семейную сплоченность продемонстрировали. Занимает такую активную жизненную позицию. Но я хочу сказать, что благодаря ее мужу, его поддержке, потому что ребенок маленький, часто нужно будет смотреть его. И вместе с тем они вместе, вот как молодая семья, крепкая, что нас очень радует, дружная, чтобы так всегда и были. Уважаемые телезрители, за время просмотра сюжета у нас в студии произошла маленькая рокировка. Юная Александра заняла место главы семейства. И, наверное, это не случайно. Чувствует себя там очень даже удобно. Она чувствует себя вот центральным объектом вашей семьи? Ну, конечно, чувствует. Она понимает, что центральная она, что на двух выступлениях, которые были, была центральная она, ей это очень нравится, когда на нее внимание очень большое. Вот вы даже обращаете внимание, она тогда все, тихонечко, хорошо сижу, смотрю. Самое страшное наказание для детей – это отнять внимание родителей и взрослых. Наверное, да.
В этом согласен. Как вы приняли решение вообще участвовать в этом конкурсе? Это было решение супруги, ваше решение, Александра, либо, опять же, Александра сказала: папа, хочу. Ну, это было предложение, да? Предложение из университета. Я там, вот это еще одна работа, подрабатываю. Когда вы все успеваете, Александр? Так получается. Главное, что получается. Просто предложили... Настя сказала, а это интересно, когда все-таки, наверное, молодая мама находится в декретном отпуске, казалось бы, наверное, за каждую возможность хочется ухватиться, да? Ну, мне да, потому что мне интересно выйти, одеть красивое платье, накрасить губы, ну, куда еще можно выйти в декретном отпуске, поэтому я только за была. Мы много общались с подобными, как вы, участниками таких конкурсов, и все говорят о том, как один отмечает, что такие конкурсы очень сплачивают семью, совместные тренировки. Вы согласны с этими? С этим утверждением? Мы согласны. И от себя могу добавить, что сплачивает не только совместные тренировки, но особенно победа. Ну, в моей душе это было так. Два раза победа, и вот это счастье. Это не просто ты приходишь с дипломом, а ты победитель, и вот это два раза можно отметить дома. Ты лучший, да, все-таки семья. Это здорово. Обычно после вот таких мероприятий, выхода в свет, дети вот в возрасте Александры, они совершают в развитии прыжок определенный, да, рывок. Это чувствовалось? Да, честно сказать, мне кажется, она чересчур раз... Ну, не то, что раз, мое понимание, да, просто на площадку выходим, как получается. Ее ровесники, они с ней не разговаривают. Не в силу того, что им не интересно, они просто не разговаривают. Вот. Она с ними разговаривает, говорит: пойдем гулять, а они... Вот. Поэтому оценивать как-то скачок, наверное, она вас просто сама по себе очень продвинутая, активная девочка, общительная, это сразу видно. Ну, конечно. Она повторяет очень многое. Очень много вкладывает. Я знаю, что она знает даже имя руководителя Гомельской области. Она знает Гомельской области. Она знает руководителя Республики Беларусь. Кто президент Республики Беларусь? Александр Лукашенко. Точно знаешь. Мы слышали. А губернатора знаешь? Владимир Дойник. Вот ты посмотри, какой активный гражданин. Все знает. Все знает. Скажите, за время подготовки, проведения конкурса какие-то новые таланты в себе открыли? Ну, у нас и так много талантов, дело в том, что поэтому мы нового ничего для себя не открыли. Просто... Мы повторили то старое, то, что мы умеем, то, и что показали мы всем. А что вы умеете? Можете... Что вы показали? Расскажите. Мы умеем... Хорошо шутить. Петь. Ну, для начала хорошо мы умеем шутить. У нас веселая семья, у нас папа КВНщик. Вот, и поэтому мы, у нас папочка написал веселую песенку, вот, которую мы спели про нашу семью. Вот, поэтому это была шуточная песенка. Ну и опять-таки петь, шутить. Куплет умеем... сможете исполнить или припев? Припев вместе. Ну, давай, Сашуля. Сами будем петь? Будем? Да. Припев. Да. Про наши имена. Давай, наверное, про имена. Семья, папу зовут. Да? Давай. Давайте на счет три вместе, хорошо? Давай. Раз, два, три. Поехали. Семья. Семья. Дочку зовут Саша. Семья. Папу зовут Саша. Семья. Дедушку с крестным зовут Саша. Вот такая фантазия наша. Браво, Саша! Маленький такой юморок от нее очень хорошо смотрелся, да, Санька? Да. Вот, ну, понятное дело, что это было, ну, не, ну, как бы, оно было немножко смешно, но улыбочку, так сказать, если смотреть по-КВНовски, да? Ну, песню не только я написал. Ребята помогали, понятное дело, что играли во многих лигах, да? И эта вот песня взята с какой-то там вот лиги, мы когда-то играли, Черниговская лига. Были заготовки, были какие-то. Ну, не то чтобы, да, ну, песня «Москва» все знают, да? Все очень просто ложится. Москва, еще что-то. То же самое, семья, еще что-то. Вот, соответственно, ребята где-то помогли, где-то подтолкнули, ну, соответственно, остальное дописал сам. Александр, Анастасия, что вам дал этот конкурс? 3 миллиона рублей. Пуха на комбайн. И мишку нашему ребенку. Слушай, какая материальная цель этого конкурса. Ну просто это, видишь, они активны. Это не то, что там один конкурс первый для них. Они же столько всего прошли. Это самореализация, просто самоутверждение и их ответ. Да, Саша, все правильно, так, наверное, есть. Это эмоции, это просто классные эмоции, когда это время, которое мы классно просто провели. Ну, можно так сказать, я не знаю. Ну, нет такого, что... Ну, я думаю, что вы знаете ответ на этот вопрос. В чем заключается семейное счастье? Саша, вопрос к тебе. Неожиданно.
В чем заключается вот оно, семейное счастье? Все правильно. Вот ты правильно сказал, потому что, ну вот, вот это счастье, наверное, счастье любой семьи все-таки дети. Дети, да, потому что говорите красивые слова, любовь, там, еще что, благополучие, это понятно. Но вот самое главное счастье в любой семье, что мы говорили на конкурсе на этом, да, это вот. Вот это счастье, это самое главное. Дети, то, что есть. Ну. Потому что и здоровье, конечно же, близких, родных. Все остальное будет, если будет это. Правильно, Сань? И да, если подходить к этому ценности. С юмором, вот, это тоже самое очень важно. Ведь юмор же продлевает жизнь, правда? Да, и ко всему относиться, да, с юмором, со смехом. С пониманием. Давайте так, наверное, да. Все это... У меня такое ощущение, что у вас, вот как у нас в студии сегодня, на конкурсе была сплошная импровизация, потому что... Ну да, так и было. Благодаря Саше. А кто был режиссером? Мама, папа, всего, что запланировали? Ну-ка, кто был режиссером? Кто вот давал критическую оценку и ставил вердикт, идет или не идет? Утверждаю, да. Наверное, я, потому что я и в команде в той же, да, тоже всегда был капитаном. И во всех этих, как бы, таких мероприятиях я все-таки беру на себя ответственность, потому что... Я что не получилось, я готов это признать, я готов за это нести ответственность. Настя у меня в этом немножечко боязливая такая. Она замужем. Зам, да. Я так понимаю, Саша сейчас вас вытаскивает на танец. Все правильно, она говорит, давай потанцуем. Анастасия Александровна, сколько вы вместе уже? А наша первая... Вот, кстати, в одном из номеров это тоже... Прозвучало, да? Да, прозвучало, что первая наша встреча была в 2011 году. И как бы ознаменован 14 января. 2011 год, 14 января. Вроде не 12-е, это первый поцелуй. Вот сейчас много на телевидении, в газетах, в журналах мы читаем статьи и слышим разговоров о семейных ценностях. Каковы ваши семейные ценности? На чем основана вот ваша такая, ваши такие веселые, радужные семейные взаимоотношения? Наверное, понимание. Понимание друг дружки. Ну вот, когда ты человека понимаешь во всех его, что бы он ни сделал, как бы он это ни сделал, а ты его понял. Это, наверное, самое главное. Понимание друг дружки в любой ситуации. Ну не зря же даже и на свадьбе всегда желают, и вообще на всех торжествах взаимопонимание. Все правильно. Очень важно, на самом деле, да. Наверное, это и является тем аспектом, вот, который нужно. Многие молодые люди считают, что семья ставит крест на карьере и так далее. Вы с этим согласны? Мы категорически не согласны с этим утверждением, потому что мы считаем, что это начало, начало всего, начало всех начал. У тебя появляется новая жизнь, продолжение тебя. В этом не зря говорят, что в этом смысл жизни, наши детки. Вот, и у тебя появляется твоя опора, твой дом. Ты строишь новую свою гнездо. Свою семью. Но это здорово, потому что, к сожалению, родители наши тоже не всегда будут с нами. Вот. И у тебя появляется твоя крепость, твое новое плечо. Каких моментов нельзя допускать, чтобы не потерять семейное счастье? Ну, наверное, как сказал Саша, это... понимать, просто понимать друг друга. Ну, и я вот считаю, что нужно разговаривать друг с другом. Это немаловажно, и не молчать, и любой момент, даже самую мелочиночку, не таить в сердце, а честно сказать, прийти и обсудить за столом, в кровати, неважно, за чаем. Вот, ну вот, это, ну, это мое личное мнение. И тогда не будет никаких что-то за спиной, что-то в сердце, и все открыто, честно. Александр, обсудите. Я полностью согласен. Ну, с моей как бы точки зрения, ну, согласитесь, да, у меня работа такая, что я очень много отсутствую дома. С Настей находится. И это Сашка. Надо понимать, не это каждый надо это понимать, поймет. Все правильно. То есть, не зря Александр как мы вас акцент. Понимаем. Вот. Все правильно. Держаться будем втроем теперь. У нас уже много. Вот. Поэтому, если есть понимание, если человек понимает, что да, куда-то уехал, нужно по делу, нужно по каким-то мероприятиям. То это будет замечательно. Когда человек не понимает, это грустно. Это грустно и сложно тогда жить, наверное. У вас Саша уже так хорошо говорит такими сложно практически подчиненными она предложениями. Она может вести диалог, если она в настроении. Сейчас вот может она просто не в настроении, поэтому не будет. Вы с ней разговариваете так же, вот, как конечно. И друг с другом? Ну, как бы она разговаривает с нами, допустим, когда она дома раскрепощена, то есть ну, новая обстановка, она немножко скрепощает, да? Когда она дома, она разговаривает как обычный человек. Она приходит, говорит, пап, пошли, сходим на кухню, там мама тебя зовет кушать. Она вот так с мной разговаривает, как да? Взрослый самостоятельный человек. И это совершенно. Да, 2 года и 3 месяца. 2 и 4. Два и четыре, она уже постарше немножко, то есть вот... Она может разговаривать как обычный человек, если нет у Насти дома, она со мной, я с ней веду диалог обычный, как с обычным человеком. Взрослым, адекватным, понимающим человеком. Вот. Ну, в этом заслуга вся ее. Тут как бы без вопросов. Кто же у нас, Анастасия, по профессии? Чем вы до декретного занимались? Я работаю организатором мероприятий в Сухово. Но вообще по профессии учитель. Преподаватель, ну, поэтому... Педагог, все понятно. В этом я с ней занимаюсь с рождения, ну и все это...
Конечно. Уважаемые телезрители, вот такие прекрасные, талантливые дети рождаются в семьях, когда родители друг с другом разговаривают. Да, взаимопонимание между которыми царит. Ну что, дорогие гости, мы вам благодарны за то, что сегодня пришли к нам в студию, уделили внимание. Сашеньку, свою дочурочку, привели к нам, познакомили. Мы желаем успеха в вашей творческой семье, пополнения вашей пока молодой начинающей семье. Вот всего вам самого хорошего. Ну и реализации всех проектов, всех начинаний, которые будете осуществлять. Спасибо большое. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. Ну а телезрители, мы напоминаем, что в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» были победители Гомельского областного конкурса «Лучшая семья Гомельщины» Чита Телеман. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Это программа «Добрый вечер, Гомель». Мы приветствуем всех, кто смотрит телеканал «Беларусь-4». В студии Александр Гамоля. И Светлана Князева. На недавнем чемпионате Европы по плаванию на короткой воде наш земляк Евгений Цуркин завоевал две бронзовые и серебряные награды. И сегодня Евгений Цуркин, чемпион Европы по плаванию, многократный чемпион и рекордсмен Беларуси, у нас в гостях. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. Евгений, разрешите вас поздравить с двумя бронзовыми и одной серебряной медалями. Спасибо. Это выдающееся достижение, и я думаю, что вся страна вами гордится. Чемпионат Европы завершился 6 декабря. Как вы оцениваете выступление, свое выступление и выступление сборной? В общем, все складывалось наилучшим образом. Все складывалось и сложилось наилучшим образом для нашей команды. Для нас это был один из самых успешных стартов за все последнее время. И наша команда реабилитировалась после не совсем удачно сложившегося чемпионата мира в Казани. Поэтому все прибыли в республику с хорошим настроением, с положительными эмоциями, заряженные на дальнейший результат. С чем вас поздравляем. Спасибо. Что касается вашего одиночного заплыва, вот с каким результатом вы вышли в финал и как вот прошел финал для вас физически? Это было трудное испытание? Не столько физически, сколько эмоционально. Над тобой стоит эмоциональное напряжение, все-таки это финал. Ты должен показывать максимум того, что ты можешь. В полуфинале мы как бы работаем, ну, наверное, я скажу так, на 99%, зная, что еще должен оставаться запас на финал. Поэтому, когда ты выходишь на финал, ты выплескиваешь всю эту энергию, все эти эмоции и стараешься улучшить то время, что было в полуфинале. Первое место занял украинец Андрей Говоров с результатом в 22,36 секунд. У вас было ощущение, что он обходит вас? Или 0,2 – это не столь? Честно говоря, 0,2 у нас – это достаточно весомый перевес. Мне кажется, что там 2 секунды. Для спортсменов это действительно это большое. То же самое, как в беге. Когда Усейн Болт бежит 9,8 и остальной мир бежит 10 секунд. У них разница там чуть ли не в 3 корпуса. Так и у нас. Ты плывешь, как бы краем глаза все замечаешь. И у нас это доли секунды, короткая вода не допускает, ну, как и длинная, они не допускают ошибок, поэтому их нельзя терять, но я в техническом элементе допустил свою ошибку, и все, там оставалось уже 10 метров плавать и догнать уже было невозможно, поэтому я стал вторым. Кстати, я как раз хотела об этом спросить, что помешало взять золото. Ведь все-таки плавание – это умный вид спорта. Нужно считать грибки, нужно свои силы распределять на отрезках, не так ли? Да, без этого никуда. Без тактики, без стратегии, без подхода к этому ты никуда не денешься. Это как гимнастика. Ты допускаешь ошибку, и все. Ну, это не скажем, что провал, но это имеет очень большое влияние. Так и в моем случае. Я просто-напросто не попал в поворот. Мне осталось еще плыть. Я сделал касание до бортика, но оставался еще где-то метр. И на скольжении, и на вращении меня обошли. Поэтому техническая погрешность не позволила мне выиграть золото. Но как вы чувствуете, вы сделали все, зависящее от себя? Я сделал все, зависящее от себя. Я вообще чемпион Европы 2014 года. И когда я приплыл, увидел второе место, ну, когда спортсмены удивляются, когда они повторяют или хотя бы делают то, чего они не делали. И вот приплыл, увидел второе место, да, замечательно, но я больше был недоволен техническим исполнением своей дистанции, поэтому остался какой-то осадок. Ну, медаль, она и в Африке медаль, поэтому
Да, не важно. Она сгладила вообще впечатление. Вы рассказывали о чемпионате Европы, об этом финальном заплыве еще тогда, в 2014 году, в интервью, что вот именно в технике вы определились вот перед самым финалом, да? Да. Как распределить силы. Да. И сейчас тоже вы определялись уже непосредственно, скажем так, перед заплывом? Нет, сейчас на самом деле у меня сложилось немножко все попроще. Я как-то с предварительной в полуфинальную часть проходил одним темпом, одной техникой, и поэтому в финале мне оставалось то же самое повторить. Это же у меня не получалось в Берлине, поэтому в Берлине я осваивался и выходил на финал с абсолютно новыми эмоциями и с абсолютно другой техникой. Расскажите о командном заплыве. Знаем, вы третье место заняли, да? Да, две бронзовых медали у нас было в командных эстафетах. Это было в самый первый день. Это придало нашей команде такого заряда бодрости, энергичности. Ну, потому что мы ожидали медали от комбинированного микса. Но в первый день мы становимся и проплываем, как, я не знаю, черт из табакерки, простите меня. Никто нас не ждал, и мы выплываем на медали. Ну, я человек, который уже не в первый раз был в призах, поэтому я смотрю на табло, естественно, я был рад. Смотрю другие ребята, там по 5 копеек, все смотрят на гроза, все смотрят на табло, кто-то там прыгает в стороне отдельно, кто-то не понимает, что происходит. В общем, такое состояние... Не ожидали, да? Неожиданности было, да, я как говорю, здорово. Никто не ожидал. Ну и на фоне этого чувства вы взяли вторую бронзу. Вторую бронзу мы ждали. Ждали? Да, уже ждали. А в чем там разница? Тут не ждали, а тут уже ждали? Или после первого раза уже ждали вторую? Разница была в том, что там плыл мальчик-девочка, мальчик-девочка. И у нас там были такие девушки, как Саша Герсмени, Света Холова. Это довольно известно, конечно, что у нас же в мире плавания. Поэтому было проще ребятам добраться до пьедестала, нежели в нашей компании с нашими такими неименитыми королистами. И когда мы стали на призы, естественно, никто не ожидал, и поэтому все были приятно удивлены. Еще вдвойне. Расскажите, кто вот был в составе этой команды? Виктор Стасилович, Павел Санкович, Артем Мачекин и Антон Латкин. Это у нас было 5 человек, но у нас награждаются 6 человек. Можно менять утром и вечером составы, и будут все награждаться. Вечером было 4 человека, и всех наградили, все счастливы, все довольны. Ну, расскажите о том, как проходил заплыв. Вот, я знаю, что вы не сразу вырвали третье место, а буквально там на последних отрезках это произошло. Вам про какую эстафету рассказывать? Ну, про первую, наверное, когда вот не мужчины, женщины, а... Про первую эстафету, да, я там был после дистанции 100 баттерфляй, у меня прошел полуфинал, и через буквально 10 минут я сразу становился первым этапом, стартовал эстафету. Я был немножко уставший, поэтому я проиграл 0,3 своему результату, и там вся ответственность ложилась уже в большей части на оставшихся ребят. Они проплыли свои невероятные секунды, они такого еще никогда не делали, и вытянули нас на бронзовую медаль. Ну, россияне и итальянцы сильными были соперниками, правда? Но белорусская команда тоже выступила очень хорошо. Какие-то выводы сделали, как в дальнейшем, учитывая, что уже соперников знаете явных? Что нам остается и что мы с своей стороны делаем? Мы прилагаем максимум усилий. Российская и итальянская школа плавания, ну, я не скажу, что они на несколько голов выше, но они пока остаются сильнее. Пока. Но мы над этим усердно работаем, и я надеюсь, что мы выйдем на тот же уровень плавания и будем давать все время им достойный бой. Евгений, расскажите, как вы стали заниматься плаванием? Вот, кто вас привел? Это знаменитая история, наверное, уже на всех просторах. Ну да, может, потому что я мы везде уже знаем, рассказываю. Но телезрители, может, еще не все, поэтому да, расскажите интересно. Я вообще, мой выбор был футбол. Я в детстве был активный ребенок, катался на велосипеде, играл в футбол. Но так как я был активный ребенок и был в первую очередь ребенок, я веского слова не имел. И в то время, как я собирался пойти на футбол, пришла мама с соревнований по плаванию, сказала, мне очень понравилось, завтра ты идешь записываться. И все, и так сложилась моя плавательная карьера. Евгений с футбольного поля оказался в бассейне. Да, да, все верно. Это правда, что врачи на вас даже ставили крест? Вот, когда... Да, я был маленький.
вообще маленький. Я был, вы знаете, люди есть акселераты и ретарданты. Я был ретардант, вообще маленький ретардант. Но ретарданты – ребята позднего развития. Конечно. Я был поздний, вот поэтому во мне, видимо, кто-то не видел никакой перспективы. Поэтому мне говорили, отдавайте его в водное поло, с него ничего не будет, но... Тренер то есть говорит, плава не так. Если ты плохой пловец, значит, водное поло. Нет, на самом деле, это так получилось у врачей. Я не знаю, почему, из чего они делали такие выводы, но я вырос в то, что вырос. И пришли же вы поздновато. 8 лет, это, наверное, так не... Да, я пришел 8 лет, но я пришел с тем багажом, который я привез еще из начальной школы, из садика. У меня все было с бассейнами. Я плавать умел, держался на воде. Я быстро все осваивал. Поэтому, да, я пришел поздно. Некоторые ребята уже 8, 10, 11 лет. Они уже там добиваются каких-то успехов, выполняют какие-то разряды. Это, естественно, каким-то образом сказалось. Но... Наверное, на вашем юниорском выступлении. На моем юниорском выступлении, все верно. Я не посетил ни одного юношеского чемпионата мира, ни одной юношеской чемпионаты Европы. Я сразу начал штурмовать Европу, чемпионаты мира со взрослого возраста, и причем довольно успешно. Вот здорово, два неприятно. Представь, такие прогнозы неутешительные были в детстве. Вы всем доказали таких успехов. Я думаю, что, молодец, Евгений, вы стали большим сюрпризом для всех, наверное, в первую очередь. Ну да, в первый раз, когда я попал в призы, я также... Как и в Лондоне. Вообще, я выступал по аутсайдерской дорожке. Ну, она у нас так называется. Восьмая дорожка попадает последней. Крайняя. Да, крайняя. Я попал последним. Естественно, меня никто не знал, меня никто не видел, на меня никто не смотрел. А я тихонько, зная свое дело, зная толк в своем деле, выплыл и все, показал всему миру, что я есть. Тогда вы тоже обновили национальный рекорд по плаванию, да, 23, по-моему... 37 сотых. 37 сотых. Да. Это вот. Первый раз 2012 год был. Да. А в последующем, 2014 году, каков был результат? Вру. Это было в 2012 году. Так. Следующий был 2013 год, было 22,90. 22,90. Да. Ну, разница 4,5, но в спринте у нас это довольно существенно. У нас последние три чемпионата мира выиграли с результатом 23,01, 23,10. Угу. Но сейчас вы, наверное, на последнем чемпионате Европы обновили, наверное, и свой рекорд, и национальный. Нет, мне не удалось этого сделать из-за технических погрешностей. По скорости я был хорош, но технические погрешности не позволили сделать этого. Мне не хватило 11 сотых. Сейчас вы тренируетесь с Дмитрием Манцевичем. Скажите, как вам под его руководством? Дмитрий довольно такой своеобразный, интересный человек со своим видением мира. Поэтому у него такие интересные подходы к тренировкам. Что-то новое он принес, что-то старое нам рассказывает, что-то более подробно объясняет, где-то недовольно ругается. Он принес также в нашу сборную тренера по физической кондиции. Вот это была очень интересная часть. За счет него мы добавили все в тренировках в зале, и за счет него мы будем добавлять в тренировках на воде. Как мотивирует вас тренер? Как тренер нас мотивирует? В этом плане вообще очень интересно происходит. У нас выдаются перед каждой тренировкой задания. И вот он пишет какое-то, выделяет место на листике и пишет фразу туда. И потом стоит нам, объясняет ее смысл, и вот так происходит. Без объяснений понятен смысл этой фразы? Смысл понятен, но он пытается еще доступнее донести в нашу голову, чтобы не вылетело с одного уха, а чтобы все там осталось. Поэтому... Ну, так и, наверное, и стоит. Чем лучше донесешь и глубже в это вложишь, тем будет больше результат. Скажите, вот все ли решают тренировки на такого рода высоких чемпионатах? Либо важен еще и характер спортсмена, его собранность, настроение? Естественно, без характера ты никуда не денешься. Но, как все говорят, медаль – это 95% тренировок, усердия, терпения и 4% наверное, везение, 1% какого-то своего человеческого счастья. А характер, естественно, мягкотелые, ну, не справятся они просто с этой нагрузкой, с этой эмоциональной нагрузкой. Поэтому без характера тут никуда не пойдешь. Ты должен выходить, ты знаешь, куда идешь, ты должен драться, ты дерешься за каждый сантиметр, ведь сумма этих каждых сантиметров и делает в итоге результат. Поэтому без характера никуда в нашем деле. Сила рук и ног, наверное, тоже большое значение имеет. С
Совершенно верно, но у нас такой способ, который предусматривает все группы мышц, абсолютно все группы мышц включены, поэтому не только сила ног и рук играет большую роль, также мышцы корпуса. Мышцы корпуса, почему у нас у всех такие мощные торсы? Да, чтобы мы высоко лежали на воде. Чем выше ты лежишь, тем проще тебе плыть. Но ноги же тоже значение решают, там оттолкнуться нужно. Ноги, мощно. Да, без них, как и без рук, ты никуда не уплывешь, но одно без другого не живет, поэтому мы координируем, функционируем одной системой. А важны занятия в тренажерном зале для пловца? Естественно. Либо там идет развитие силовых проходит... качеств, развитие скоростных качеств, скоростно-силовых качеств. Без этого никуда, без зала никогда в жизни и никуда никто не уплывет. Все, это естественно, это нормально, как, я думаю, в других видах спорта, естественно, нормальное занятие. Евгений, вы сейчас главная надежда, наверное, мужской команды Беларуси по играм, которые пройдут в Рио в 2016 году. Сейчас, наверное, все внимание этому, подготовки к этому мероприятию. Естественно, сейчас нас ждет полгода самых тяжелых, самого тяжелого времени в моей карьере. Мы будем концентрироваться, мобилизироваться и выдавать все, что наплавали за последние 15 лет. Ну, это очень интересный старт. Дерзайте. А какие, вот, может быть, до этого знакового события соревнования у вас намечаются? Через пару дней я буду выступать в Санкт-Петербурге на международном турнире Кубок Сальникова, после чего у нас будет где-то неделя тренировок, и все, мы приходим в Новый год. После победы Саши Герасимени в Шанхае 2011 года, как бы поддержка от государства этого вида спорта, плавания, стала ощущаться больше. Вы чувствуете, что своим вкладом вы тоже развиваете этот спорт в Беларуси, и он популяризируется? Естественно, чтобы что-то росло, чтобы что-то развивалось, нужны какие-то идолы. Вот с того времени Саша Герасимени, ну не с того, наверное, еще с раннего времени, Саша Герасимени была таким идолом, за которым молодежь тянется, которому следует примеру. И такие идолы, чем их больше, тем лучше для спорта, для популяризации этого всего дела. Поэтому да, я вижу, как дети там подходят, фотографируются, берут автографы, пытаются в чем-то подражать. Поэтому это нормально. Чем больше у нас будет таких спортсменов топового уровня, тем лучше будет развиваться это дело в стране. Евгений, в этом году, в 2015-м, по итогам работы в 2014 году, вы стали Человеком года в номинации «Открытие». Как вот ощущаете себя в таком почетном звании? Безусловно, приятно пребывать в таком звании. Для меня это было немножко неожиданно, но я очень рад, что меня поддерживают даже в таком статусе. Для меня это было, еще раз повторюсь, неожиданно. Великолепно, приятно, сюрпризно. И меня не было в тот момент, когда это все проходило. Мне звонят, говорят: «Жень, ты стал Человеком года. Мы тебя ждем на вручении». «Мы тебя ждем на вручении», да. Ну, я такой, типа, ого, круто. Ты не участвовал вроде бы. Да. Нет, безусловно, приятная поддержка. Спасибо всем, кто болели, спасибо всем, кто выбрали. Все, и спасибо всем, кто голосовали за меня, наверное. Но это очень почетно. Да, это очень почетно, приятно, спасибо. С этой наградой тоже. Для спортсмена, который выступает на профессиональном уровне, ну, вид спорта – это страсть. Есть ли у вас иная страсть, любовь? Любовь есть, страсть есть, все есть, без этого никуда не деться. Есть какие-то приоритеты. Что мне остается выбирать в моем узком ограниченном времени спорта? Ну, у меня, наверное, остается некая страсть к автомобилям. Я люблю быстрые машины. Ну что, спасибо. Евгений, спасибо вам большое, что вы за интересную беседу, что пришли к нам сегодня. Были сегодня на студии, было очень приятно. Мы желаем вам новых побед, больших скоростей на соревнованиях. Поменьше технических ошибок. И, конечно же, желаем взять золото на Олимпиаде в Рио. Спасибо большое. Всего хорошего. Всего хорошего. До свидания. Ну а телезрителям я напоминаю, что у нас в гостях был Евгений Цуркин, чемпион Европы по плаванию. Одежда для ведущих предоставлена магазином женской одежды «Бурвин». Проспект Ленина, 51. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Мы рады
приветствовать всех, кто только что присоединился к просмотру нашей передачи. Говорим сегодня о достижениях гомельчан и культурных событиях. Одно из ярких событий отмечается сегодня в нашем городе. Гомельская среднеобразовательная школа номер 26 отмечает сегодня 50-летний юбилей. И мы пригласили к нам в студию руководителя и учителей этого замечательного учреждения образования. Директор школы Алексей Чернышов, педагог с многолетним стажем, учитель английского языка Валентина Кременюк и учитель музыки Алла Ярош. Уважаемые гости, добрый вечер. Добрый вечер. Ну и разрешите вас поздравить с этим прекрасным праздником, пожелать вашей школе долголетия, ну и всяческих успехов в образовании, в творчестве, во всех начинаниях. Талантливых выпускников. Да, талантливых выпускников. В образовательном процессе. Алексей Геннадьевич, расскажите, с чего начиналась история школы? История школы начиналась в 1965 году. Тогда только начинал строиться новый микрорайон, который сейчас получил название «Старый аэродром». И на тот момент тех школ, которые существовали поблизости, их просто не хватало. И было принято решение построить новую школу. И так и появилась 26-я школа. 50 лет назад. Да, 50 лет назад. Валентина Федоровна, вы стояли у истоков образования школы. Вы первый выпускник этой школы. Вот если сравнивать, чего достигла школа за это время, что изменилось, отличаются ли педагоги сегодняшнего дня от дня прошлого? Вы знаете, если говорить о педагогах, то я хочу сказать, что я вспоминаю своих педагогов всегда с уважением и с теплотой и нежностью. Я хочу сказать, что вот наши первые учителя – это были учителя-профессионалы. Учителя талантливые, умные, мудрые, тактичные и, главное, с чувством юмора. Я хочу назвать своих учителей математики Анатолий Григорьевич Ком, учитель физики Том Парфенович Охраменко, учитель физкультуры Николай Григорьевич Старченко. Заметьте, сколько было у нас мужчин в этой школе, в нашей. Что касается учителей других предметов, это учителя белорусской литературы и языка Клавдия Александровна Кудрявцева, учитель истории наша Наталья Георгиевна Михлина до сих пор работает в нашей школе. Вы знаете, я ко всем к ним отношусь с любовью, уважением, потому что они научили именно меня очень многому. И они дали мне очень хороший посыл для будущего. Видимо, вот именно со школьной скамьи я и решила стать учителем благодаря им, своим первым учителям. Да, действительно, это как раз, наверное, тот случай, когда говорят, что учитель первый мой очень много закладывает, дает, и действительно они, наверное, примером послужили для вас. И конечно, и особенно вот именно первый учитель, я забыла ее упомянуть, Людмила Ивановна Старченко. Когда она меня брала в школу, мне не было 7 лет, меня не хотели брать в школу. И я очень хотела учиться. На вопрос, действительно ли ты хочешь в школу, я ответила, очень-преочень. Очень-очень. И она решилась меня взять. И я благодарю ее за ее мудрость и тактичность. Что, в общем-то, ей приходилось, наверное, нелегко, потому что все-таки мы были первоклассниками шумными, подвижными. Ну, как и все первоклассники. И она нам прощала многое. Алексей Геннадьевич. Я благодарю ее за это. Дело в том, что про Валентину Федоровну надо сказать, что ее судьба вообще безотрывно связана с судьбой 26-й школы. Да? Получается, она поступила в школу тогда, когда набирали первый класс. Да. Затем она закончила эту же нашу 26-ю школу после высшего учебного заведения уже в течение более 30 лет, опять-таки, работает в 26-й школе. Это бесценный это ваш кадр, ваш с самого начала. Это, ну, в общем, ваш бриллиант, наверное. И вы знаете, что в 26-й школе достаточно много семейных династий, когда люди именно учились, сами приходили, затем они заканчивают какие-то высшие учебные заведения, приходят потом уже в качестве преподавателей, затем приходят зачастую учиться их дети. И бывают такие случаи, у нас уже, наверное, 3 семьи, там, где дети тоже приходят в школу и работают в школе педагогами. Ну, не всегда, правда, предмет совпадает, но тем не менее. Ну, работают, такие да. моменты присутствуют. Да. По тем временам школа была новая, была построена, и, наверное, и условия были самые современные, ну, вот если то время рассматривать, правда? Вы как знаете, училась? Ну, честно, я вам говорю, мы не обращали внимания даже на то, какие у нас были парты. Лично я вот вспоминаю именно уроки.
не столько оборудование нас интересовало, уроки очень и важно. Класс. Сейчас знаете, большинство обращают именно на да, ну, мы люди стали сейчас более прагматичны. Мы же обращали внимание на то, как учитель интересно ведет урок, как нам интересно на уроке. Нам, я вспоминаю свой класс, 10-й Б, как мы интересно проводили свободное время. Мы очень много вместе бывали в походах, ходили в музеи, мы бывали на выставках, театры. В общем-то, мы проводили очень много времени вместе. Поэтому я вспоминаю это все именно вот с этой точки зрения. Что касается, конечно, технологий, то, конечно, сейчас школа имеет мультимедиа. Конечно, мы имеем интерактивную доску. У нас есть там много разных других хороших современных технологий. Используем эти технологии. Но вы понимаете, все равно, мне кажется, в школе главное – это наши, вот, наши коллеги-профессионалы, с которыми мы вместе работаем, мне кажется, дух школы. Вот Алексей Геннадьевич сказал, что у нас очень много бывших учеников работает. Больше 10 человек, я насчитала. Мне кажется, это важнее. То, что дети из других районов к нам приезжают и именно учатся. В вашу школу. Да, да, да. Именно в нашу школу, вы не поверите. Работать. Из разных районов. Новобелец, Волотава. Это тоже, мне кажется, важнее, показатель, конечно. Важнее, чем... Валентина Федоровна перечислила, вот говорила об учителях, которые вот старые закалки, да. Первых перечислила, очень благодарна. Алексей Геннадьевич, а сегодня какими кадрами гордитесь? Ну, дело в том, что про те кадры, которые рассказала Валентина Федоровна, они продолжают работать у нас в школе. Из молодых, так скажем. Здесь я думаю, что 26-я школа – это удачное сочетание опыта тех людей, которые практически всю жизнь отдали школе, и в то же время существует потенциал в виде молодых педагогов, которые пришли и стараются все новые передовые технологии все так же внедрять, давать детям знания. А вы им помогаете? Конечно, конечно. Очень широко развит момент наставничества, когда за каждым молодым специалистом, молодым педагогом закрепляется человек, который отработал уже много лет, который может чему-то его научить в индивидуальной работе. Очень правильная методика, правда? Алла Сергеевна, вот в вашей школе делается упор на изучение предметов музыкального цикла. Да? Как занимаетесь с детьми, как проходят уроки музыки? Да, вы знаете, я представляю кафедру, как мы сейчас говорим, искусств. Это и музыка, это хореография, это изобразительное творчество, это трудовое обучение. У нас дети очень талантливые, и мы каждому ребенку находим индивидуальный подход. У нас ни один ребенок не остается незамеченным. Если ребенок хочет петь, то обязательно у нас проводятся уроки вокала, как индивидуальной форме, так и ансамбли. У нас есть ансамбли с 1 по 3 класс, 5, 7 классы и старшие дети. Я представляю ансамбль «Новый день». Мы занимаемся таким образом, что каждому ребенку находим единственное то, что нужно ему в этот момент. Дети ко мне приходят на занятия, мы не только, не просто я говорю, что так, ребята, давайте мы сели, будем сейчас с вами петь, заниматься. Мы все проходят занятия, особенно с малышами, в игровой форме, потому что те же скороговорки, все упражнения, которые направлены на дыхание, мы должны делать таким образом, чтобы ребят вовлечь в это искусство, для того, чтобы они сами могли проявлять творчество, свою креативность, то есть они могли, они даже подсказывают где-то мне, а давайте мы вот это сейчас с вами сделаем, пожалуйста. То есть не только я их учу, они тоже учат меня. Вот сегодня, например, мы делаем какие-то упражнения и чувствуем, что вот нужно нам какое-то другое упражнение применить, потому что в тот же, в какой-то музыкальной композиции либо мы сейчас начнем задыхаться, потому что нам нужно держать дыхание. Ну, вокал предполагает то, что сейчас, конечно, мы просто не можем стоять и петь, мы должны петь, одновременно двигаться, и для того, чтобы это было и дикция звучала, и голос звучал хорошо, имел хороший звук, то есть мы должны еще напрягать свою физическую нагрузку. То есть мы совместно, совместными усилиями, дети где-то подсказывают мне, я детям, мы добиваемся результатов. А таких результатов, какими, конечно, мы гордимся нашими детьми, потому что мы участники различных конкурсов, не только городских, это конкурсы и областного плана. Наши дети, вот буквально вот в мае месяце, последний конкурс, который мы, был у нас в рамках конкурса вокального «Радуга талантов», проходил конкурс «Поющий Гомель».
И наш ансамбль занял почетное второе место. То есть это достойно. И конечно, мы представляем. Достойно. Это действительно, как сказала Валентина Федоровна, ребята приезжают из разных уголков нашего города. Например, родители получили квартиру, но никто не собирается бросать нашу школу. Они приезжают и живут на хуторе. То есть в Новобелице очень далеко. И а мы, это, конечно, а это дорогого стоит. Это очень дорогого стоит. И мы благодарны этим детям на самом деле. И создаем все условия. Помимо того, как ребята занимаются у нас на музыкальных инструментах, это два раза в неделю обязательно. Кстати, на каких, я хотела да, спросить. У нас, в нашей школе это фортепиано, это баян, цимбалы, гитара, цимбалы у нас. Прелесть. Это вообще отдельная история, потому что в нашем коллективе у нас ансамбль цимбалистов, это образцовый ансамбль цимбалистов. То есть они не то, что даже в городе известны, они получают награды, уже получили и на республиканском, и даже международном конкурсе. Международный конкурс «Синяя птица», который проходил в городе Симферополе. Да, они получили гран-при. Гран-при фестиваля. То есть это настолько мы даже поддерживаем всю нашу страну. Как вы считаете, это является хорошей мотивацией для воспитанников, для школьников, чтобы еще больше отдаваться музыке? Конечно, потому что они видят то, что и мы в них закладываем, и то, что от детей идет такая отдача, что мы по-другому не можем. Мы не можем снижать эту планку работы. Мы стараемся, естественно, лучше и лучше для того, чтобы ну, и престиж школы поднимать. И им и действительно ребята сами видят, что каких высот мы достигаем, и что действительно можно трудиться, и чтобы это было в удовольствии. В радость. В радость. А в качестве примера можно привести следующее. То есть дети рано или поздно, они все равно заканчивают школу. Кто-то уходит в техникум, кто-то уходит, поступает в университет, институт и так далее. Но даже когда уходят дети, они все равно продолжают принимать участие в каких-то творческих коллективах. То есть они все равно приходят, а они все равно участвуют. А как таких студентов и учащихся принимают всегда с удовольствием? Они всегда на первых местах, лидирующих. Да, да. Всегда приоритете, как и спортсмены. Алексей Геннадьевич, какими выпускниками гордитесь? Наверняка есть такие у вас. Вы знаете, среди выпускников, мы пытались посчитать за 50 лет, получается, выпускников, которые закончили среднюю школу, было больше 3200 человек. То есть в общей сложности через школу прошло около 10 тысяч учащихся. Те, которые заканчивали, раньше это называлось 8 классов, сейчас 9 классов. Есть, конечно, и выпускники, которые достигли определенных высот. Так, например, в качестве примера можно привести такой факт, что глава администрации центрального района Андрей Алексеевич Горбачев – это выпускник нашей школы. Угу. В то же время вот заместитель начальника управления физической культуры, спорта и туризма Эдуард Викторович Бабкин – тоже выпускник нашей школы. Одна из очень уважаемых мною людей, Янина Сергеевна Тютина, председатель общественного объединения «Белая Русь», центральной вот этой организации, да, она до много лет отработала директором 24-й школы, но когда-то она была тоже выпускницей 26-й школы. Как хорошо, что поэтому они все рядышком, в одном городе это общаться. Это близко, да, с одной стороны это близко, с другой стороны это дает такой своеобразный, ну, ауру, что ли, да? То есть люди, которые прошли, и помимо того, что много людей выпустилось, то есть вот люди, которые и работали в школе, и в то же время вот можно привести пример Олег Федорович Левшунов. Сначала он работал, или одно из мест работы, получается, вот работал заместителем директора по воспитательной работе нашей 26-й школы. Затем в 11-й школе он возглавлял ее в качестве директора, затем возглавлял отдел образования, спорта и туризма администрации центрального района, и на настоящий момент это депутат Палаты представителей Республики Беларусь. Поэтому я думаю, что школа гордится всеми, конечно, этими выпускниками. Конечно. Тут не может быть. То есть нет выпускника первого либо последнего, нет выпускника лучшего либо худшего. То есть всех выпускников, все люди, которые прошли через нашу школу, мы очень стараемся поддерживать отношения, мы всех рады видеть. И всегда на вечер встречи выпускников у нас добрая традиция уже, когда приходят выпускники и из первых выпусков, ну и, конечно же, и из последних. Алексей Геннадьевич, конечно же, ваша школа огромное внимание уделяет эстетическому воспитанию молодежи. Почему это важно делать сегодня? Дело в том, что эстетическое воспитание молодежи – это, ну, такая ниточка, которая, наверное, удерживает
общество удерживает детей от каких-то моментов, то есть помимо занятости, что в это время дети не совершают что-то нехорошее, а задействованы, да, в положительных моментах, но и плюс к этому развитие, ведь доказано, что занятие музыкой, оно лучшим образом влияет и на, да, на мыслительные процессы, да, и на все другое. Поэтому здесь это очень хорошо. Мы даем возможность детям, мы даем возможность им попробовать. То есть наша самая главная задача здесь – это дать попробовать. Если ребенок хочет, если у него получается, если у него получается это еще лучше, то да, конечно, он может пойти в музыкальную школу, он может выбрать какое-то специальное образование, пойти затем получать, да, среднее либо высшее музыкальное образование. Но попробовать, не дать погубить, либо не дать... этот талант, чтобы дать возможность, да, чтобы он раскрылся. То есть, на наш взгляд, это очень правильно. Но в то же время я должен сказать, что помимо деятельности вот музыкального направления, у нас на настоящий момент действуют и спортивные классы. То есть дети, которые хотят заниматься физической культурой и спортом, они также имеют возможность получать это все у нас. Это, наверное, частично ответ на вопрос о том, как мотивируют и как помогают определиться с выбором будущей профессии. Односторонне, либо не односторонне. Добавить, Алексей Геннадьевич, у нас не только есть секции спортивно-музыкальные, у нас очень хорошо развита сфера платных услуг. И по различным предметам ребята занимаются дополнительно. И причем занимаются с первого класса. Наборы по 3-4 группы желающих изучать. И английский язык в том числе. То есть предоставляется, а вы знаете, это очень широкий хорошо, спектр потому возможностей. Что в наше время ведь многие в поисках репетиторов. Они знают, насколько он качественный, квалифицированный специалист. А учителя это уже все свои, это знают, что он чему-то научит. Поэтому это действительно хорошо. Тем более они на виду и сразу виден уровень профессиональный. Да. Не так давно ученики вашей школы сформировали команды, участвовали в передаче «Размовляем по-белоруску», соревновались вместе с наставниками. И выступили очень достойно. Очень достойно выступили. Отстояли всю школу. Скажите, а есть ли в вашей школе олимпиадники, которые участвовали на таких соревнованиях республиканского уровня? Ну, в этом году именно республиканского уровня. Родионова. Ну, пожалуйста. Я как раз хотела сказать, что вот Костя Родионов участвовал в этой программе передачи «Размовляем по-белоруску». И вот Костя Родионов у нас занял второе и третье место по истории. Вот он находится сейчас. Второе место в республиканской, в областной олимпиаде по истории. Вот в этом году как раз один из участников нашей, вашей... Ну, в областном этапе республиканской олимпиады. Да, да. Республиканский этап еще впереди, поэтому будем надеяться, конечно, что покажет достойные результаты. А по английскому языку я Новичьяна заняла третье место в городской олимпиаде по английскому языку. Кельчевская Светлана Николаевна ее готовила, наша учительница. Кстати, тоже... Тоже, кстати, выпускница 26-й школы. Да. Тоже выпускница. Все-таки говоря о традициях, хорошие традиции вашей школе, качество образования, конечно, на достойном, высоком уровне. И это приятно, я думаю, это приятно, что есть такие учебные заведения. Да, мы подсняли на днях выставку, которая проходила у вас, приуроченная к юбилею. Очень прекрасная работа ребят. Скажите, какие вообще мероприятия готовили к празднику, как прошел? Дело в том, что к 50-летнему юбилею в школе был запланирован, ну, целый цикл мероприятий. Это были различные конкурсы, дети посещали ветеранов педагогического труда на дому, записывали какие-то воспоминания, создавались фотоотчеты. Это и работа с летописью, в том числе вот ту выставку, которую вы видели. Это один из элементов общего комплекса подготовки к 50-летнему юбилею. Но я должен вам сказать, что все мероприятия, которые проходили, то есть каждый участник, это и конкурс газет, это и конкурс фотоколлажей, это и конкурс эссе, сочинений, то есть это все очень и очень хорошо, потому что это не дает возможность детям чувствовать, что они где-то оторваны, они дают нам почувствовать и детям возможность почувствовать, что все-таки история у школы существует, о том, что как все это происходило, увидеть, может быть, даже какие-то знакомые лица, но когда они были чуть-чуть моложе, поэтому это, наверное, очень интересно. В летопись, конечно, и ветеранам конечно, очень приятно, конечно, что их не забывают в эти дни всегда. Но должен отметить, вот среди ветеранов педагогического труда, который долгое время работал у нас, это Иван Михайлович Беседин. Это ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, который когда-то был преподавателем начальной военной подготовки в школе. До сих пор мы на каждый праздник очень рады его видеть, мы приглашаем. Этот человек, который старается, выступает, ведет активную жизненную
держит позицию, поэтому очень приятно. Я так понимаю, что вы часто приглашаете ветеранов педагогического труда, устраиваете встречи, беседуете, внимаете опыту. Конечно, и помимо этого мы даем возможность и детям нашим иметь возможность побеседовать, пообщаться с людьми, которые могут рассказать, потому что этих людей каждый год становится все меньше и меньше. Алексей Геннадьевич, поделитесь планами на будущее. Ну, планы на будущее. У нас, конечно же, близится Новый год, поэтому хочется всем пожелать всего самого хорошего в новом году. И я думаю, что все будет замечательно. Спасибо. Будем дальше идти, дальше стремиться. Ну, а в свою очередь, опять-таки, вашей передачи мы желаем дожить до 50-летнего юбилея. Ой, спасибо за такое замечательное пожелание. Спасибо большое. И в то же время мы приготовили для вас такой небольшой подарок от нас. Ой. Такой новогодний упаковка. У вас праздник, а подарок у нас. Конечно. Праздник у нас, а подарок у вас – это вот работа одной из наших учениц. Поэтому большое спасибо. Спасибо. Я попрошу сделать крупный план. Спасибо. Спасибо. Красивая работа. Очень трогательная. А какой возраст? Я думаю, что это рассвет 16. Нашей деятельности. Вот, и который еще впереди. Конечно, да? Это рад уморить. Да. Спасибо. Присаживайся, Саш. Спасибо большое, что пришли. Еще раз с праздником поздравляем. Желаем вам успехов. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. С юбилеем. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Ну а телезрителям мы напомним, что в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» были директор средней школы номер 26 города Гомеля Алексей Чернышов, учитель английского языка того же учебного заведения Валентина Клеменок и учитель музыки Алла Ярош. Ну а для вас, дорогие телезрители, выступает ансамбль «Новый день» средней школы номер 26 города Гомеля с вокально-хореографическим номером «Привет, моя Родина». Мы же с вами прощаемся и желаем вам доброго, приятного вечера. Хорошего настроения и до свидания. Пока-пока.